Назовите город России, который изображен на фотографии. Внутри пустой, голос густой, сам молчит, а бьют, кричит. Сказочный персонаж с рыбьим хвостом и длинными волосами. Как правильно, свекла или свекла? Есть у деда жена. Для меня кто она? Этот кустарник – особый род ивы с пушистыми почками. Весной цветущие ветки люди приносят домой. Назовите это растение. Первое найдешь средь нот, а второе лось несет. Хочешь целое найти, так ищи его в пути. Какое число надо разделить на 3, чтобы получить 9? Гора – котел. Ты посмотри, в ней камни варятся внутри. Что это? Отгадай пословицу по 2 словам. Отрежь, отмерь. Продолжение следует.